Всем привет, меня зовут Лиза, и сегодня я вам покажу свои покупки с фикс-прайса, посвященные Хэллоуину. В общем, первая моя покупочка — это вот такие вот наклейки на лицо, я думаю, очень даже интересные. Там был очень большой выбор вот этих вот наклеек, мне понравились черненькие. Единственное, тут прям виден клей, я не знаю, как это будет смотреться на лице, вот, надеюсь, хорошо, хотя по количеству клея так и не скажешь. Сейчас бы даже к этой помаде, я думаю, вообще прекрасно бы это все подходило. Также мы купили вот такую вот малепусенькую свечку-тыкву. Я искала оранжевую, но была уже только белая. И вообще последняя. Мы обошли, по-моему, фикс-прайса 3 или 4. Я подключила даже свою маму в Подмосковье, чтобы она поискала, но тоже уже ничего нет. Они, оказывается, имеют запах. То есть у меня это ваниль. И для этой свечки я купила вот таких вот странных скелетиков. Я, наверное, их отвяжу от этой веревки. Я хотела именно посадить его просто возле свечки и просто сделать пару фотографий в запрещенную соцсеть. Конечно, все вообще в фикс-прайсе выглядит ужасно, сделано просто кошмарно. Я искала как-то лучших скелетиков из всех, что там были представлены. Нашла более-менее не запачканным лицом, черепом. Мы купили вот такую вот конфетницу в виде паука. Я не планировала ее покупать, просто ее понравилось Андрею. Он решил, что нам это необходимо купить. Там было несколько цветов. Это, по-моему, оранжевый, черный, красный и фиолетовый. Приветственно, мы купили маршмеллоки. Пухлый кролик. Кто не знает, пухлый кролик — это есть такая игра, когда ты запихиваешь в рот маршмеллку, она у тебя тает, и ты должен произнести пухлый кролик. И кто скажет это гораздо хуже, или произнесет это, или не сможет произнести, тот и проиграл. В принципе, игра только для того, чтобы вы потолстели на Хэллоуин. Вот, и так как у нас никто конфеты, в принципе, не ходит по домам собирать, мы купили себе вот такие вот маршмеллки. Я вообще, по сути, просто маршмеллки люблю. Мы купили две пачки. Опять же, я хотела купить только одну, но опять Андрей решил, что нам надо две, нам надо побольше. Мы, короче, набираем калории на Хэллоуин. Не знаю, будем ли мы играть, но покушаем их точно, потому что интересно, вкусные они или нет. Вообще, почему мы в итоге обходили такое большое количество фикс-прайсов? Это вот ради вот такой вот паутинки. У меня просто в голове была мысль, что я сделаю какой-то макияж на Хэллоуин и эту паутинку одену просто на зеркало, чтобы в зеркале сфотографироваться, и все. То есть, по сути дела, весь этот поход был ради вот этой паутинки. На самом деле, на сайте паутинка выглядит как-то более такой, ткани более приятной, а здесь не знаю, что за ткань, но выглядит она не очень приятной. Здесь 15 метров и 6 паучков. Не знаю, как оно будет выглядеть в итоге на зеркале, но, в принципе, опять же, для фотографий, все ради фотографий. Да, мы глупые существа и делаем все только ради фотографий в запрещенную соцсеть. Вот так вот.